Бхакти Прагьян Кешава Госвами Махараджа Ки Джай, Кришна Вишну Пада Стутра Сатта Шримад, Бхакти Дживанджанардана Госвами Махараджа Ки Джай, Кришна Вишну Пада Стутра Сатта Шримад, Бхакти Веданта Свами Прабхупада Ки Джай, Кришна Вишну Пада Стутра Сатта Шримад, Бхакти Прамод Пури Госвами Махараджа Ки Джай, Кришна Вишну Пада Стутра Сатта Шримад, Бхакти Вайбав Пури Госвами Махараджа Ки Джай, Паривраджа Качарья Стутра Сатта Шримад, Бхакти Бибуд Бадаян Госвами Махараджа Ки Джай, Кришна Вишну Пада Стутра Сатта Шримад, Бхакти Ракшак Шридар Госвами Махараджа Ки Джай, Кришна Вишну Пада Стутра Сатта Шримад, Бхакти Сиддханта Сарасвати Тхакур Шрила Прабхупада Ки Джай, Шрила Гур Кишор Дас Пуджи Махарадж Ки Джай, Саччидананда Шрила Бхакти Винод Тхакур Ки Джай, Вайшнава Сарвабхаума Шрила Джаганнат Дас Пуджи Махарадж Ки Джай, Шри Рупа Санатана Бхатта Рагхунатх Шри Джива Гопала Бхатта Дас Рагхунатх Шри Госвами Прабху Ки Джай, Сварупа Дамодара Рай Рамананда Ди Шри Гаур Паришада Вринда Ки Джай, Намачарья Шрила Харидас Тхакур Ки Джай, Премсикау Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шивасади Шри Гаур Бхакта Вринда Ки Джай, Адвайтмандал Ки Джай, Враджамандал Ки Джай, Кшетрамандал Ки Джай, Трибон Мангла Шри Харинам Санкиртан Ки Джай, Чара Сампрадая Чара 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 Дхама Ки Джай, Ананта Коти Вайшнава Вринда Ки Джай, Самагда Гаур Бхакта Вринда Ки Джай, Нитай Гаур Примананде, Хари Хари Бол. Так, во сколько нам начать арати по плану? Сейчас сколько времени? Сейчас у нас 7.05, 06. Ну, 8. Рано. Не, ну тут тоже 6, 8. Значит, да, какой... Да, просто смотрите, им еще ехать, допустим... Окей, какой у вас лимит времени? Вопрос ко всем. Когда мы должны закончить, то есть арати сделать? Ну, до 9. Так. Безлимит. Безлимит. У вас безлимит, ну просто имеется, вы что, потом едете? Ну, ничего, значит, не надо. Так, если мы в 8:30 закончим, ничего? Вся программа, включая арати. Хорошо? Окей. Мы так рассчитываем. 8:15 мы заканчиваем лекцию. Так. Окей, music. Music. Voice. Агьянати мирандасья, агьянанджана шалакая, чакшурун милитам яна тасмай шри гураве намаха. Гураве гуру чандрая радикая тадалай, кришная кришна бхактая тадбхактая намо намаха. Ванчакалпатарубьяшча, Крипасиндубьяевача, Патитанам Паванебью, Вайшнавебью, Намо Намаха. Анандалиламая Виграхая, Мабадивича Висундарая, Тасмай Махапремарасапрадая, Читани Чандрая, Намо Намасте. Нитьянанда Намастубьям, Премананда Прадайне, Калохо Калмашанашая, Джанавапатае Намаха. Аджаналампита Буджоканакавадату Санкиртанай Капитаро Камалая Такшу Вишвамбаро Двиджаваро Джугадарма Пало Ванде Джагат Прия Каро Карунаватаро Кало Канака Джаладагатро Нила Шонам Джанетро Мригамадавара Бхало Малати Кундамало Таралатару Навешо Нила Питамбарешо Смарани Британи Кунджи Радика Кришна Чандру Смарани Британи Кунджи Радика Кришна Чандру. Твайвасми Надживами Твоя Вина Ити Вигая Ради Твамная Мамчаранантике. Ванде Гуру Пададвандвам Бхакта Вринда Саманвитам Шри Чайтанья Прабун Ванде Нитьянанда Саходитам Шри Нанда Нанданам Ванде Радика Чаранабуджам Гопиджана Самаюктам Вриндавана Манохарам. Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе. Прежде всего я склоняюсь перед лотосными стопами Шрила Гурудева Нитилила Правиштам Вишнупада Стотра Сатта Шримад Бхактиведанта Нараяна Госвами Махараджа, все Рупануга Гуру Варги, всех дорогих преданных гостей здесь в САКах, также в электронном эфире, 18 компьютеров.
Дандавата пранама бхактам с Польски, дандавата пранама с бхактам с Лятовоз. Всем Хари Кришна. Итак, мы прославляли Вриндаван уже долгое время, с тех пор, как вернулись, точнее говоря, уехали, покинули Вриндаван. Это самое прекрасное место во всех трех мирах. Вчера мы дали очень-очень вводную лекцию для наших новых друзей в основном. Кто-то еще придет завтра из тех, кто были вчера. Вот. Но я хочу напомнить, вот это у нас высшая точка духовного мира здесь, называемая Голока Вриндавана. Она состоит из четырех частей. Из них три более на внешней части и одна на внутренней. Внешней части Дварака, вот здесь, Дварака, Матхура, Гокула и Врадж. Вот эти четыре части. Кришна живет во Вриндаване, когда он приходит сюда, понимаете? Он приходит один раз в 8 миллиардов 640 миллионов лет. День и ночь Брахма. 4 миллиарда 320 миллионов помножь на 2. Вот протяженность жизни, точнее, одного дня, одних суток Брахма, день плюс ночь. Брахма, творец нашей Вселенной, конструктор, он живет 100 лет, да? Год из 360 таких дней. Можете себе представить, какова его жизнь. Вот. И Кришна приходит только один раз, за день Брахма, один день, 360 дней, один год. Вот. Поэтому в другое время Кришна посылает свои воплощения, свои аватары. Вот. Но Кришна Сту Бхагаван Своем, Кришна Верховной Личности, он первый источник всех воплощений. И за ним приходит Господь Чайтанья всегда. Он тоже приходит так же редко. Вот. Но когда он приходит вот на это место на нашей планете. Также в других вселенных есть аналогичная нашей планета, туда приходит Кришна. Это Вриндаван. Это Вриндаван. Тогда те души, которые готовы к тому, чтобы вступить в его игры, они вступают в его игры именно в то время, когда он приходит сюда, в материальный мир. Они получают в этих играх подготовку, чтобы отправиться в духовный мир навсегда. Понимаете? Поэтому мы должны знать очень точно, что наша задача отправиться в духовный мир навсегда. Понимаете? То, что мы вступили в этой жизни, в саду санку пришли, да, в общение с преданными, означает, что мы проделали достаточно работы в прошлом. Мы достаточно совершили аскез, покаяний, всего прочего, чтобы в этой жизни принять возвышенное общение преданных, возвышенных преданных. Вот. Как там? Баба Паварго Браматоя Дабавеч. Это самагама. Тацангамо Яна Сагато Параварещи Твои Джая Терати. Когда в этом стихе Шримад Бхагаватам говорится, когда приходит время для души прекратить материальное существование, полностью его свести на нет, тогда она, эта душа, попадает в общение с возвышенными преданными. То есть то, что вы пришли к этой линии, да еще и соприкасаетесь с чистыми преданными, реально чистыми преданными, понимаете? Что у нас есть с ними связь. Да? Знаете, что это означает? Что ваше материальное существование очень скоро будет закончено. Понимаете, что? Вот. Очень хорошая весть. Вот. Вот, буквально хмелеешь от радости. Вот. Но теперь нужно знать, мы должны работать. Понимаете, мы должны работать. Как работать? Слушать и воспевать. Слушать и повторять. Это процесс обучения. Когда ты идешь в школу, ты слушаешь, повторяешь. Учишь английский – listen and repeat. Да? Я до всех этих дел был репетитором английского. Я знаю, как люди учатся. Мучатся. Учатся. Вот. Listen and repeat. Вот процесс. Слушай да повторяй за Гурудевом. Вот хороший процесс. Вовсе не трудно на самом деле. Нужно, конечно, работать, вот как и во всяком деле. Поэтому мы должны знать, этот процесс саданы, да, это работа. Вот. Кое-кто получил вчера четки, ну, очень хороший день. Если у кого-то нет, можем дать. Вот, теперь нужно работать. Говорится, без труда не выловишь, простите, не вегетарианский, не выловишь рыбку из пруда. Вот, поэтому ничего не достигнешь без садхана, без индивидуальных усилий. Гуру дает великую милость, великую милость.
Но есть и наша сторона договора, поэтому мы должны его выполнять сейчас. Как выполнять? Слушать и повторять. Слушать и выполнять. Не просто слушать и пропускать мимо ушей, а выполнять. Есть такая история забавная. На рынке стоят три продавца. Каждый из них продает кукол. Вот у одного продавца и три аналогичные куклы, одинаковые куклы, у трех разных продавцов. По-моему, может быть, даже у одного, но, допустим, у разных трех. Да? Они независимо друг от друга продают разные куклы. Подходишь к первому, ко второму, к третьему, спрашиваешь, какая цена? Тут 5 гривен, там 50 гривен, а там 500 гривен за одну куклу. Представляете? Почему такая разница в цене? Они выглядят одинаково. Трюк в том, что внутри у них разные вещи. Как это проверить? У каждого из продавцов есть по иголке. Вот он говорит, вот смотри, проденем иголку от уха до уха этой кукле. Проходит насквозь. В одно ухо влетает, в другое вылетает. Цена 5 гривен, дешевка. Вот. Другая кукла, у нее тоже сквозное, но кое-что заходит вовнутрь. 50 дороже стоит. У третьей куклы вообще блокирован выход. Все, что поступает, идет прямо вовнутрь. Понимаете? Это притча, давний намек. Та кукла, у которой все проходит, это глупый ученик, так называемый ученик, все пропускает мимо ушей. Вот есть 6 видов нерадивых учеников. Один нерадивый ученик, он как стрела, как там Али, он как стрела. Выпустил стрелу, летит. И не возвращается. Даже не как бумеранг. Летит и не возвращается. Вот гуру его послал на рынок, и он ушел. И на рынке познакомился с красивой девочкой с Кавказа. И все. Его след простыл. Его больше не видели. Другой ученик, он как астролог. Гурдев ему говорит, пойди на рынок, купи там чего-то, да, фруктов. Он идет, а нет, он не идет. Он говорит, Гурдев, а вообще говоря, сегодня воскресенье. И уже скоро, после обеда, наверное, рынок будет закрыт. Наверное, а может дождик пойдет, знаете. А может я... И так далее, и так далее, и так далее. Много разных нерадивых учеников. Третий ученик, как пчела. Ему гуру дал наставление, пойди на рынок купи. Он идет, ой, засмотрелся на одну витрину. Ой, встретил друга. Как пчела от одного цветка к другому, так он путешествует от одного цветка к другому и в конце концов никуда не приходит. Ему не с чем прийти к Гурудеву обратно. Еще один ученик, он лентяй. Ему гуру дал задание. Он говорит, эй, слушай, молодой, иди сюда. Вот тебе задание. Передает его дальше. И так далее. Сколько я назвал? 5. Еще одного я не припомню сейчас. В общем, можно как делать свою сторону договора, можно не делать. Но если не делать, то ничего хорошего не получится. Вот, поэтому это, конечно, особая тема. Но мы слушаем, и то, что мы слышим, входит в самое сердце. Это называется харикатха, или повествование о Кришне. Есть разные повествования. Вы можете читать книги, в которых сладостные игры Кришны. Вы можете слушать о том, как совершать садану и баджан. Много-много разных повествований. Вот. Но иногда мы слушаем о высшем, что для нас самое-самое важное. Сейчас некоторые преданные едут в святые места. Вот буквально кто-то сидит на чемоданах. Кто-то едет в Навадвипу, место, где явился Господь Чайтанья 527 лет назад. 528 будет Навадвип, Майяпур. Некоторые едут во Вриндаван, это место, где Господь Кришна явил свои игры. 5000 лет назад туда же Господь Чайтанья приходил. Мы недавно об этом слушали. И в чем специфика этих мест? Однажды великий мудрец Нарада попросил Кришну благословения. Пожалуйста, дай благословение о том, чтобы те, кто приходит в эти святые места и прикасаются к пыли этих святых мест, а это не простая пыль, это отпечатки стоп Кришны, Рады и Кришны, чтобы такие личности обрели прему. Пожалуйста, дай такое благословение. Нарада сказал Татасту, да будет так. Поэтому, если мы ходим по этим местам, в обществе чистого преданного, это обязательное условие. Причем,
Даже если мы не совершаем баджан, то есть даже если мы не повторяем святые имена, может быть такое, что еще не можем или не хотим, вот, мы получаем огромное благо. Просто ходить по земле Вриндавана – это величайшее благо, величайшее благословение. Что тогда приходит в сердце, это просто неописуемо. Я никогда не забуду, я часто возвращаюсь к этому примеру, как когда я пришел к Гурудеву только-только, 99-й год. Гурудев тогда ходил по разным-разным местам вместе с нами. Он был очень энергичный. Вплоть до 2001 года включительно Гурудев всюду ходил сам, почти всюду. В 2002 году сердечный приступ, после этого сократилось все. Вот, там уже он больше был на месте. Вот, но он посылал нас так или иначе. Он сказал, я тоже пойду с вами, он говорил. Я тоже иду с вами, он говорил. И все сразу, Джай Гурудев, все ликовали. Ну, вот так парикрама ходила, это посещение святых мест. Так вот, на этом месте, точнее особое место, называется Чаранапахари. Означает отпечатки стоп. Когда Кришна заиграл на флейте, знаете, мелодия флейты Кришны, она зачаровывает все три мира. И все бриджабаси, то есть жители Вриндавана, которые окружают Кришну при этом, все меняют свою природу на противоположность. Когда Кришна играет на флейте, камни начинают плавиться. Подвижные живые существа становятся неподвижными, и неподвижные подвижными наоборот. Камни начинают просто растекаться. И они запечатлевают отпечатки стоп мальчиков-пастушков, юных гопи, коров, телят, верблюдов, разных животных, павлинов. Кто-то из мальчиков-пастушков уронил свою флейту. У мальчиков-пастушков есть флейта, не только у Кришны. Только у Кришны этот инструмент занимает ведущее положение. Никто так не играет, как Кришна. У Кришны, допустим, тоже есть рожок. У многих мальчиков-пастушков есть воловьи рожки. Они заткнуты, как правило, за пояски. У Кришны тоже есть, он тоже заткнут. Но Баларама, вот он мастер, старший брат Кришны. Вот он мастер играть на воловьем рожке. А Кришна, он умеет играть, но все равно для Баларама это главный инструмент. Главный инструмент, понимаете как? Вот, поэтому у многих мальчиков-пастушков попадали флейты, да, и они тоже запечатлелись на этих отпечатках. Многие коровы застыли на месте, не в силах жевать траву, их копыта остались. Телята не в силах были сосать молоко из выменей матерей, они застыли как вкопанные. Вот, немая сцена, понимаете? В спектакле такой, как сказать, самый решающий момент. Немая сцена. Так же, когда Кришна заиграл на флейте, немая сцена. А для неподвижных живых существ, которые обычно неподвижны, это очень бурная сцена. Воды и муны начинают бурлить, они начинают переливаться через край. Они подносят Кришне на своих водах свои истинно темные лотосы, да, красноватые лотосы. Они подносят Кришне эти лотосы его лотосным стопам. Деревья, наоборот, они начинают волноваться, они склоняются к Кришне, предлагают свои плоды. Они стелят для Кришны дороги своими лепестками. Да? Знаете, какое чудо. Это Вриндаван. Поэтому Гурудев нас привел на это место, и он сказал, даже если кто-то из вас не совершает здесь баджан, а просто идет вслед за вайшнавами, за преданными, знаете, очень-очень скоро все вы, обвел нас вот так, говорит, все вы обретете прему, чистую любовь. Знаете, не сомневайтесь, говорит, очень-очень скоро все вы обретете прему. Знаете, я был ошарашен, это было где-то 3 или 4 дня до моей инициации, что-то такое. Гурудев это сказал, меня просто как громом, я думаю, о, вот это да, понимаете что? Это было просто потрясающе. Это Вриндаван. Гурудев подарил нам Вриндаван. Он сказал, идемте со мной во Вриндаван. Он всегда говорил, come with me to Вриндаван. Идемте со мной во Вриндаван. Смотрите, вот течет Ямуна. Вот стоят прекрасные деревья, Кадамба и Тамал. Кадамба это Шримати Радика, а Тамал это Кришна. Светлое дерево Кадамба это Радика, а темное дерево Тамал это Кришна. Столько-столько вот. Прекрасных игр сразу всплывает в памяти такого преданного. Всегда помнит об этих играх и дарит их нам. Вот.
Мы знаем, на любую экскурсию нужно ехать с экскурсоводом в обычном смысле. Но что касается такого преданного, он открывает нам святую Дхамму. Поэтому в святой Дхамме, в святом месте, таком как Вриндава или Навадвип, пребывание вместе с Гуру приносит наилучший результат. Воспевание святого имени в обществе Шри Гуру или Вайшнавов приносит наилучший результат. Потому что Шри Гуру, Вайшнавы, наши лучшие друзья. Нет никого милостивее, чем они. Нет никого сострадательнее, чем они. Нет никого великодушнее, чем они. Вот, вот это Вриндаван. Есть одна прекрасная книга, которую мы читали. Вот, мы дошли где-то почти до половины уже. Шрила Прабхадананда Сарасвати, Шри Вриндавана Махимамрита. Вот, я тоже, я очень обрадовался, найдя здесь копию у вас, причем читанную. Преданные очень любят эту книгу. Это прославление Вриндавана. Мы остановились на середине шестой шатаки. Ну, шатак это 100 где-то стихов. Прабхадананда Сарасвати Пад. Он в духовном мире одна из восьми саки, Тунгавиде. Одна из восьми подруг Радхики. Вот. Все понимают. Радхика это Радха, это энергия Кришны. Его драгоценная возлюбленная Кришна, Верховный Господь. Мы должны знать, то, что мы слышим о них, не имеет в себе ничего материального. Это нужно знать. Абсолютно ничего материального. Ни на минуту не нужно думать, что это игры юношей и девушек. Никогда не думать. Потому что все, что у нас есть здесь, отношения противоположных полов, это лишь кривое отображение того, что происходит в трансцендентном мире. Потому что здесь мы говорим о бхакти. Бхакти значит йога любви, бхакти-йога. Вот. Но чистая любовь, она живет в трансцендентном мире только. Здесь есть ее отблески. Здесь есть преданное, которое переносит ее для нас, обусловленных душ. Но когда мы слушаем об этом, о, мы проникаемся этим настроением. Но если это повествование покажется вам близким, если оно затронет тонкие струны вашей души, это означает, что наверняка или почти наверняка вы имеете много общего с Вриндаваном, скажем так. Возможно, что ваше трансцендентное тело, которое сейчас развивается, оно вечно пребывает там изначально. То есть оно предназначено для этого места. Мы остановились на этих стихах в Харькове недавно. Пожалуйста, попытайтесь достичь чистой любви к Шри Шри Раде и Кришне, чьи лучезарные тела излучают во всех направлениях сияние золота и сапфира, которые днем и ночью в рощах Вриндавана погружены в нескончаемое блаженство своих бесконечных, вечно обновляющихся любовных божественных игр. В нашем мире мало чего обновляется. Идешь на сайт, смотришь, есть апдейт или нет. Вот, если нет, очень скучно. Если сделали апдейт, все то же самое. Как писатель спросил, этот самый нет-нет, ученый спросил писателя, сталкера. Про кого вы пишете? А, вы что, писатель? Да, писатель. А про кого вы пишете? Да, про читателей. Салтыков-Щедрин сказал, писатель пописывает, читатель почитывает. Но это очень старый принцип. В Вриндаване нет ни тени такого скучного времяпрепровождения. Каждый день во Вриндаване, даже в теле садака, пока у тебя еще материальное тело, когда у тебя есть гуру, каждый день во Вриндаване это что-то новое. Каждая харикатха, каждое повествование Кришне, услышанное во Вриндаване, несет в себе глубинную новизну. Представляете? Кришна, у него очень много имен. Одно из них – Навайоувана. Означает вечно юный. Кришна был 125 лет на земле. Он всегда выглядел как свежий юноша, 16-летний, не больше. 15-16, кишор. Этот возраст кайшора, значит, цвет юности. Кришна всегда был цветущим юношей. Кто-то в наши дни провозглашается Бхагаваном, говорит, я Бог, но смотришь, он сидеет и подкрашивает свою седину. Это автоматически означает, что он не Бог. Кришна никогда не меняет своего трансцендентного облика. Итак,
Я предлагаю свои почтительные поклоны тем, говорит Прабхадананда Сарасвати Пад, кто, живя во Вриндаване, всегда поглощен мыслями о Кришне, кто равно относится к потерям и обретениям, победе и поражению, счастью и горю, славе и бесчестью, кто всегда склоняется к лотосным стопам преданных Господа, одаривая их подарками, и кто терпит боль, причиняемую другими, не желая им зла в своем сердце. Здесь столько перечислено разных дуализмов. Мы рождаемся в этом мире, нам говорят тепло, холодно, удобно, неудобно, приятно, неприятно, прекрасный, ужасный, маленький, большой, мужчина, женщина. Все эти виды двойственности нас покрывают. И постоянно мы страдаем от двойственности. То слишком это, то слишком то. Не было напасти, да вот та же напасть, только с противоположным знаком. Поэтому нам то одеваться, то раздеваться, то утепляться, то наоборот пропотевать. Вот. Во Вриндаване вы тоже условия, вы знаете, тоже условия довольно жесткие, когда ты живешь там. Это центральная Индия, 150 километров от Нью-Дели, если брать географически. Летом очень жарко, зимой холодно. Зимой нужно покупать газовую горелку. Зимой нужно... отопления нет. Зимой туманный сезон, месяц стоит туманный сезон. На крышу выйти невозможно. Ничего не сохнет. До где-то часу дня стоит влага просто. Густой туман, выплывает водитель рикши. Дин-дин из этого тумана. Вот. И пробивается солнце, наконец, в час дня. Отменяют все самолеты утренние. Туман, просто туман. Это зима в центральной Индии. Поэтому жить во Вриндаване не так просто. Летом ужасно жарко. Много комаров, много обезьян. Они воруют твои очки. Чуть что лежит не на месте, сразу же, если не обезьяны, то люди воруют. Бриджабаси испокон веков. Они такой ехидцой, хорошее русское слово, относятся к паломникам, понимаете? Кто не бриджабаси, они всегда над ними трунят. Вот. И если есть возможность что-то стянуть, это святое дело. Вот если есть возможность на ними посмеяться, святое дело. Мы идем по Вриндавану, нас дразнят. Бандар, бандар, обезьяна, значит. Понимаете как? Нас называют презрительно ангрези. Ангрези, значит, англичанин. Ну, короче, иностранец. Вот. А если ты начинаешь оправдываться перед ними, ангрези нейхун, русихун. Я не англичанин, я русский, то они продолжают, только тебя уже называют русин. Ну, неважно. Тоже надо другое название. Почему все это? Святейший из мест. Я рассказываю какие-то байки про него. Почему? Таков покров Майи, который незадачливых туристов уводит куда-то дальше. Ой, по дороге в Агру мы остановились, тут говорят, интересное место, святое, там вот Кришна, значит, посмотрели, ой, тут так неуютно и вообще, поехали дальше в Агру, скажут такие люди. Они едут в Агру смотреть на пустой мавзолей, который один мусульманский вельможа построил своей жене. Вот, поэтому Вриндаван это место не для туристов, это место для преданных в целом. Конечно, очень много разных сампрадай, очень много разных школ. Но главное это Гаудия Вайшнава, конечно же. Поэтому Хари Кришна Махамантра звучит во Вриндаване чаще всего, отовсюду она звучит. Так вот, здесь Прабхананда Сарасвати Пад, он играет роль обычного преданного, он молится о том, чтобы иметь выдержку, терпение, чтобы не пасть жертвой двойственности. А это просто сделать во Вриндаване, если ты не глубоко настроен. Понимаете, что? Вриндаван – это прекрасное место для практики. Садана в Бхуми. Это место садана. Мы туда отправляемся, мы практикуем.